знаешь, не пойму, шутка это или нет. Очередной офицер? Супероружие? Фашист, который обожает Кастильо? Почти. Этот крэш-марин полный псих. Даже его люди говорят, что он не в своем уме и что он неистов, как бандикут. Похоже, этого вздорного комемьерда пора усыпить. Алло? Первая кровь на них, а не на мне. Это еще кто? Не зли меня. Я вешаю трубку, придурок. Погоди. Скажи, ты узнаешь эти слова? Узнаю. Это из Рэмбо «Первая кровь»? Так и знал. Это и правда ты. Так кто ты? И чего от меня хочешь? Я хочу того же, чего хотят они, и чего хотел каждый парень, прибывший сюда, который проливал свою кровь и отдал все, что у него было. Чтобы наша страна любила нас так же сильно, как любим ее мы. И что эта херня значит? Слушай, я и сам не знаю, неважно. Приезжай на мою сверхсекретную базу. Мне нужна твоя помощь. И как же мне попасть на эту сверхсекретную базу? Поезжай на полуостров Вентоса. И пошустрее. То, что случилось в... Тео не просто каприз погоды. Thank you.
Закупитесь! Украдите ОМП! Оторвите! Эй, Дани, Треха от тебя в восторге! Говорит, ты настоящий. Кто тут любит канапе и богатых уродов? Я знаю. Твоя кошка голодна? Вперед, Улусо! Хорошая киса. Улусо, ко мне! Так, осторожно, Дани. Да, ну! Эскалатор! Нет!
Agradecida. Viva libertad. No hay problema.
Куан раздает мой номер всем и каждому. Эй, Конья! Эльда... Получил по заслугам. Он думал только о деньгах. Ну что, возьмемся за дело? Так-так. Дани Рохас, легенда. Тебя называют Джоном Рэмбо из Яры. А я... Сильвио Морелло, самый большой фанат Рэмбо. Смотрел все фильмы раз по 100. У меня самая большая фанатская коллекция по эту сторону Карибского моря. Я даже купил тряпку, которой Сталлоне вытирал подмышки на съемках «Первой крови 2». Так что Рэмбо за милю учую. И в тебе я не уверен. В общем, есть один отменный засранец. Полковник Тизел из ФНД. Я хочу, чтобы с ним разобрались в стиле Рэмбо. Тизел любит рыбачить, но в этот раз он должен поймать только твой нож своей спиной. Я бы и сам за это взялся, но кому-то же нужно следить за коллекцией. Ну что, примешь мой вызов или нет? Думаешь, можешь сравниться с Рэмбо? Докажи. Поглядим, как ты справишься. За цитаты из фильмов бонусные очки. Забыл тебе сказать. Когда будешь убивать Тизела, прошепчи ему слова из Рэмбо 3. Бог милосерден, а Дани Рохас нет. Получишь бонусные очки. Что между вами произошло? Похоже, он сильно тебе насолил. О да, увидишь. Как закончишь, забери у него ключ
пригодится. Только осторожнее, там много солдат. Давай сюда, Улусо. Нужно действовать скрытно. Возьму подходящего амиго. Дождь. Теперь меня хрен заметит. Может, бог знает, что я играю в Рэмбо. Куда? Так, аккуратно, Даня. Медик. Умрите, как в Рэмбо. Черт. Нельзя, чтобы они нашли тело. Дьяволу привет. Улусо! Нужно что-нибудь подарить полковнику Тизелу на его день рождения. Зачем? Он же полный камемьерда. А я слышала другое. Гонсалес сказал, что полковник сделал охеренный подарок своему сыну на день рождения. И что же он подарил? Машину. Херня это все. Он подарил ему галстук да пачку сигарет. И про помощь Рамиросу с лекарствами от рака тоже херня. Разве это тоже не правда? Конечно, нет. Просто Тизел хочет, чтобы все так думали. Но мы-то с тобой знаем правду. Да, пожалуй, ты права. Этот фанат Рэмбо ни о ком так не заботится, как о своей идиотской коллекции. Видимо, даже о собственном сыне. Сладких снов. Баю-бай. Полковник!
Война ужасная, так ведь? Вперед! Каким придурком нужно быть, чтобы рыбачить под дождем? Олусо, ко мне! Далее! Эй, сюда! Бог милосерд. Дани Рохас нет. Так, где там твой ключ? Сильвио, полковник Тизл убит. Си, слово в слово. А,
Отлично, отлично. Ты получаешь очки за цитату и за скрытное убийство. А за внешнюю схожесть нет. Тебе бы подкачаться. Так зачем нужен ключ? Дизел собирал все, что связано с Рэмбо. А самые ценные экземпляры хранил под замком у себя в форте. Погоди, хочешь сказать, что на этом острове два безумных фаната Рэмбо? Караха, во что я ввязался? Черт! Магнитофон заживал мою единственную копию Рэмбо 3. Рохас, я тебе перезвоню. Какие новости, Рохас? Я хотел спасти кассету, и у меня рука застряла. Напомни, зачем мне форт? Ну, кроме того, что я должен стать иранским Рэмбо, это я помню. Конечно, он стрелял из него в Рэмбо «Первая кровь 2». Да, я поражен. Знаешь, ты не единственный фанат Рэмбо в Яре. У Тизела он есть. Точная копия. И стрелять из него можно. Мы называем его «Лук отмщения». Для меня нет ничего дороже. Ты убьешь солдат, найдешь лук и потом принесешь его мне. Это последний этап твоего испытания. Джон Рэмбо убил 552 человека. Найди лук и побей его рекорд. 552? Смешно. Хорошая шутка. Это же шутка, правда? Эй, алло! А вот и форт. По идее, тот лук должен храниться в одной из комнат. НПС никого не вижу. Да, только что закончила. Си. Сейчас пойду. Золото ради полковника. Он был для нас примером. Ты знаешь, что он оплатил силой кратую Рамироса? Си, я слышала, что Тизел помог Рамиросу с лечением. Сегодня мы потеряли героя. Он всех нас вдохновлял. Этот псевдо-Рэмбо заплатит за убийство своей жизнью. Мой народ информат. Происшествий нет. Прием. Вперед! Thank you.
Надо смотреть в оба. En posición, прием. Понял. Здесь все спокойно. Делаю обход. Прием. Принято. Жду указаний. Правда? Полковника убили? Хорошо, именно так и сказали. Конья. Подвоим числа патрулей. Хорошая мысль. Подумай, клон полковника могут украсть? Да не, он же под замком в комнате полковника. А если его найдут, против такого оружия нам не выставят. Я так понимаю, лук не настоящий. Это просто реквизит, так что нам нечего бояться. Ненавижу боевики. Зачем ему это все? Слушай, у всех командиров свои заскоки. Сидел хотя бы просто заставляет нас учить факты о Рэмбо, а не избивает до полусмерти. И то верно. Ладно, тогда помоги. Не могу запомнить название. Смотри, Рэмбо первая кровь, Рэмбо первая кровь, два, Рэмбо три, Рэмбо четыре, Рэмбо пять. Даже голова заболела. И как ты все это запомнил? Ну я просто очень хочу прибавку. Ух ты! Сильвио, оказывается, не самый большой фанат Рэмбо. Вот это лук! Пятьсот пятьдесят два человека я не уложу. Вы первые пролили кровь! Нет.
не выиграть. Черт! Не вы, а хоть бог милостив, а я нет! Дани, доложи обстановку! А, уже больше 200 человек! Берегись, Сталлоне! Конья, си! Отвезла по всему форту тайники со стрелами! Продолжай в том же духе, Рохас! Думаете, это все? Ну уж нет! В городе закон вы, а здесь я, ублюдки! Без страха и сомнений! Вот так! Ярость самого Рэмбо, ублюдки! Вы развязали эту войну! Теперь разбирайтесь! Минимум 500. Если честно, после 400 я счет потерял. Столько крови. Больше крови, Рохас. Продолжай. Конья, и как Рэмбо это удалось? Сил уже нет. Не хватает парочки трупов. Теперь здесь пролито достаточно крови. Сильвио, все кончено. Нет, еще ничего не кончено. Нет, правда, все кончено, все мертвы. Фантастико! Ха-ха, камемьярдос на форуме с ума сойдут, когда узнают, что у меня есть настоящий лук Рэмбо. Что? Нет, лук я оставлю себе. Потрясная штука. Но... это же лук отмщения! Мечта всех коллекционеров! Считай это платой мне. Да, но... что насчет остального? Игровой автомат, портреты, кассеты? Забирай. Но в другой раз, если тебе это так нужно, делай все сам. Как Рэмбо. Они получат войну, какую и во сне не видели.
Ах ты, лапуля.